Издавна на Руси грибников кличут тихими охотниками. Без единого выстрела и всплеска воды они приносят домой вкусную и питательную добычу. Во всех съедобных грибах содержится большое количество белка и клетчатки. Они очень полезны и быстро насыщают. Но недостаточно просто найти гриб. Нужно знать, насколько он полезен, не ядовит ли, и только после этого его можно смело срезать и готовить. Антон Кошкин, школьный учитель. В свободное от работы время азартный грибник. Разбираться в грибах его научили родители. И уже в 7 лет Антон принес полную корзину белых и подберезовиков. С тех пор с лесом не расстается и при первой возможности отправляется на тихую охоту. Будь ты слабый духом, брюхом, телом, беломор курящий, весь сырой, отыщи в лесу хороший белый, сразу будешь супер, как герой. В июле появляется так называемая вторая волна грибов, первая июньская и самая ранняя, небольшая, и в июле появляются белые грибы. Конечно, июльские белые – это такой очень непредсказуемый результат. Могут быть, могут не быть, но мы рассчитываем на нашу грибную удачу и сегодня планируем поохотиться за самым главным трофеем любой, как говорят, грибалки. Это, конечно же, белый гриб. Белые грибы ценят за превосходный вкус и питательные свойства. Белый гриб лучше других усваивается организмом человека, за что относится к грибам первой категории. Это настоящий кладезь витаминов и минералов. Но что особенно важно, в белых грибах больше, чем в других, содержится рибофлавин – вещество, нормализующее деятельность щитовидной железы и стимулирующее процессы роста волос и ногтей. Так, вот тут неплохой лесок. Сейчас мы его осмотрим. Так, оружие грибника. Корзинка, конечно. Не ходите с пакетами и ведрами. Корзинка – это самая удобная емкость для грибов. Ножик. Но в лесу нужно обязательно ориентироваться, чтобы выйти обратно. Можно ориентироваться по солнцу, по мху. Но самое надежное – это, конечно, компас. Здесь все очень просто. Выставляете стрелочку на север и смотрите, а где же ваша дорога. Она у нас 120 градусов направление на восток почти что. Таким образом, вы всегда будете выходить к тому месту, от которого пришли. Так, ну теперь самое интересное. Конечно, вы можете найти много разных грибов, но все-таки ваша грибная удача будет неполной, если нет главного трофея. Главный трофей грибника – это, конечно же, белый гриб. А белые грибы в Подмосковье встречаются трех видов. Это березовый белый, еловый белый и сосновый боровик. Бывает еще дубовый, но достаточно редко встречается. А что любят белые грибы? Береза с елочкой, невысокую травку, как раз не любят густые заросли, там их вряд ли вы найдете. И чтобы место хорошо прогревалось, было освещено. Вот у нас здесь есть ельничек невысокий, березки. И хорошее открытое место, прогреваемое солнцем. И здесь вполне можно поискать белый гриб. Так, ну вот посмотрим, что у нас там за шляпка под березкой. Неужели? Да, просто чудо. Лесное чудо. Что же, теперь самый волнительный момент для любого грибника. Червивый или нет? Срезать нужно аккуратненько под корешок. Для этого желательно разгрести вот так вот вокруг него. Опа! К сожалению, очень часто мы видим, как в наших лесах грибы срезают, разделяют их на части, бросают как попало, срезают высоко, оставляют пеньки. Все это вредит грибнице. Нам повезло. Чистый. Это редкость для июля. Обычно не червивые белые, это конец августа, начало сентября. Правильная срезка гриба.
Вы аккуратно добираетесь до самого кончика ножки. Если надо, разгребайте лесную подстилку и срезайте под самый корешок. Вы срезаете ножку, несколько колечек, присыпаете лесной подстилочкой, чтобы она загнивала и давала питание дальше грибнице. Ну вот теперь можно и в корзинку. И любой опытный грибник, да и даже начинающий, наверное, знает, что если вы нашли белый гриб, не надо торопиться уходить от этого места, нужно внимательно осмотреть все вокруг. Потому что есть возможность найти еще один или два гриба, может быть, несколько. Давайте посмотрим, что здесь еще может быть близко к этому белому. Но мы не так далеко отошли от нашего первого красавца белого. И здесь очень такое симпатичное место. Елочки с березкой продолжаются и открытые поляночки. Ха! Вот это да! Какой красавец! Вот это беляк! Красавец! Тут спешить не нужно. Ух ты! Еще один! Я когда был начинающим грибником, часто допускал такую ошибку. Я видел издалека большой красивый гриб и бросался к нему, сломя голову, и по дороге задевал, топтал маленькие незаметные грибы. Да, к сожалению, этот гриб не такой чистый, как тот. Однако здесь тоже есть выход. Если гриб достаточно крепкий, можно проверить по краешку, он здесь чистый, то дома можно положить в соленую воду ненадолго, и все черви выйдут. Ножку мы срезаем и убираем этот замечательный гриб тоже в корзину. Не бросайте грибы как попало, и вас природа обязательно отблагодарит. Прогулка по утреннему лесу – это уже огромное удовольствие. Красиво, свежий воздух, но если еще попадаются грибы, то к этому удовольствию добавляется грибной азарт. А поскольку мы уже нашли три чудесных гриба, конечно, не хочется на этом останавливаться, и нужно продолжить поиск дальше. Вот это да! Есть везение особого рода в грибной охоте. Ты ищешь одного рода грибы, и вдруг неожиданно возникает другой. Ну что ж, искали белые, а нашли очень красивый гриб – подосиновик. Никакого разочарования быть не может. Вот такие маленькие, приятные неожиданности, конечно, радуют на грибной охоте особенно. Подосиновик – очень крепкий гриб и редко бывает червивым. Только сам по себе гриб очень грязный. Нужно его аккуратненько зачистить, чтобы он не портил другие грибы. И вы кладете его аккуратно в корзинку вот так боком. Ну что же, солнце высоко, позднее утро. Наша грибная охота на сегодня подошла к концу. Ну, верим в новую удачу. Сегодня я нашел не так много грибов. Улов такой небольшой. Однако, вот этих грибов, которые я нашел, их вполне хватит на грибное блюдо. Теперь из собранного урожая белых грибов ведущий программы приготовит блюдо по оригинальному рецепту. Не такой уж у нас грандиозный улов. Однако мы можем сделать старинное блюдо, которое называется грибная икра. Нам потребуются грибы, в данном случае это белый подосиновик, отлично подходит для икры, лук, чеснок, соль, специи и немного уксуса. Собранные грибы очищаем от лесного мусора, промываем и нарезаем. Далее провариваем их в небольшом количестве подсоленной воды. Не обязательно заливать грибы водой до самого верха. Они все равно жмутся и осядут, поэтому заливайте наполовину. Будет у вас более концентрированный бульон. Пока грибы варятся, готовим лук и чеснок. Нужно сказать, что белые грибы очень полезны. Даже отвар грибов белых используется для поднятия сил истощенным людям, людям с плохим аппетитом, при недомогании. В белых грибах содержится белка в 7 раз больше, чем, скажем, в мясе. Причем это
растительный белок, и он более полезный. Однако здесь есть другая сторона вопроса. Конечно, продукт с таким количеством белка довольно быстро портится. Поэтому белые грибы, ну а также и подберезовики, подосиновики, необходимо перерабатывать в тот же день, как вы собрали. В дождливую погоду они портятся быстрее. Спустя 20 минут грибы готовы. Ну, перед тем, как резать грибы для икры, необходимо их остудить. Чеснок мы убираем, он потребуется не сразу. А вот лук уже можно использовать. Теперь по поводу того, как измельчить грибы для икры. Ну, самый популярный способ – это, конечно, универсальная наша мясорубка. Но здесь есть одна тонкость. Если вы пропустите грибы на икру в мясорубку, то у вас уйдет влага. Она просто вытечет через мясорубку и будет немножко суховатая масса. Поэтому мы используем нож, доску и руки. Просто мелко-мелко режем грибы. У нас все мелко нарезано. Лук готов. И теперь соединяем его грибами. Из специй можно использовать черный перец. Немножко наша икра должна готовиться под крышкой. За 3-4 минуты до окончания жарки добавляем чеснок. Просто рассыпаем его по поверхности. И также добавляем лавровый лист. Ну, на такую солидную сковородку добавим 2 листочечка благородной лаврушки. И в самом конце, маленький штрих, мы добавляем уксус. Уксуса нужно немного. Мы на наше блюдо возьмем 30 грамм. Последний штрих. Икра будет готовиться где-то 10-12 минут. Грибная икра готова. Из грибной икры и белого хлеба получаются очень вкусные бутерброды. Также икру можно использовать в качестве начинки для фаршированных кабачков и картофеля. Приятного аппетита!